Всем привет, ребята! Меня зовут Вика, и я очень рада приветствовать вас на своем канале. И не зря я сейчас сижу в вот такой вот теплой и очень мягкой кофточке, потому что сегодня я снимаю идеи для фотографий дома, то есть все домашнее для Инстаграма. То есть некоторые не знают, какие фотки именно выкладывать в Инстаграм, какие-нибудь сделать уютными и красивыми с обработкой. Сегодня именно я вам покажу, как сделать эти фотографии в домашних условиях, как сделать такие клевые домашние фотографии. Поэтому обязательно оставайтесь со мной, ну а мы начинаем. Для первой фотографии нам понадобятся карточки полароида с нашими фотографиями. Раскладываем полароиды по подоконнику. И на фото подставляем свою руку, показывая свой красивый маникюр. Для второй фотографии нам нужно взять любую вашу книгу и, открыв его на любой странице, положить ее на мохнатенькое покрывало или плед. И вокруг также разбросать полароиды. И также можно добавить ручку или карандаш, но это уже как хотите. Переходим к третьей фотографии. Для этого возьмите свой ежедневник. Если у вас его нет, можно взять тетрадку с какими-нибудь записями. Ну и по желанию можно добавить полароиды. И я еще положила свой фотоаппарат. Для последней идеи нам понадобится сделать любое селфи. После того нужно зайти в редактор PixArt, а дальше делайте все, как показано на видео. Уютное и красивое видео подошло к концу. Также не забывай подписаться и кликнуть на лайк, так ты самым покажешь, как тебе было это полезное видео, как оно тебе помогло. Мне будет очень приятно, если я вам и дальше так буду помогать. Ну а с вами была ваша Вика, и всем до новых встреч, и всем пока.